Я порой задумываюсь, а что бы было, если бы реально наступил зомби-апокалипсис? Ты просыпаешься рано с утра, и в одно мгновение все изменилось. Пропали те люди, которых ты знал. Пропало все. Нет еды. Нет воды. И в округе гуляют какие-то непонятные существа, издающие очень, очень-очень странные звуки. Кто-то бы, наверное, подался в панику и был бы съеден в первые секунды. Это, наверное, процентов 80. Какой-то небольшой процент, наверное, закончили бы жизнь сами. Кстати, мы это часто в играх подобного формата видим. Подобного жанра. Но есть и тот небольшой процент, который остался бы. Кто-то бы погиб, наверное, в войнах за провиант. Кто-то просто по неосторожности, кто-то от болезней. Но самый главный вопрос. Вопрос сегодняшнего дня. Как вы думаете, кем бы вы стали? Просто бездушной тварью, которая ходит по округе? Или бы все-таки продолжили свою борьбу за существование? И каждый день, в принципе, мог бы быть для вас последним. Интересный вопрос. Я думаю, поразмышляете в комментариях. Почитаю с радостью. Ну что ж, мы начинаем. Дорогие друзья, дамы, господа, все, кто будет смотреть, как всегда, в повторе. Сегодня у нас 31.05.21 и игра Days Gone. Игра, которая, если я не ошибаюсь, когда-то вышла на консоли, привлекла минимум внимания, по-моему, получила долю таких добротных писюнов за то, что что-то там в начале очень затянуто, ее как-то подскипнули. Но еще тогда она меня зацепила тем, что сам лор игры, то есть байкеры, постапокалипсис, вот это все я очень люблю. И сегодня, спустя долгое время, я, если честно, ждал, так же как Horizon Zero Dawn, эту игру именно на ПК, дабы полностью насладиться всем игровым процессом, потому что вот эта стрельба, все остальное, к сожалению, на геймпаде для меня чуждо. Так что первая серия. Все так же будем смотреть по вашим лайкосам. Понравится, не понравится. И как всегда, планка в 10 тысяч, я думаю, для вас преодолеется очень быстро. Играть буду, как всегда, на сложном уровне. Игру не запускал, игру нигде не смотрел. Почитал отзывы, почитал, что сейчас про нее пишут. Очень интересно, уже мнения разошлись. И, в общем-то, все говорят про одно, то, что не скипайте игру в первые несколько часов, потому что потом начинается очень крутой сюжет, какие-то повороты событий. Но проходить, как всегда, буду не торопясь. И, наверное, эта игра попадет все-таки в рубрику «Давай глянем» изначально, а потом уже попадет, может быть, на прохождение, если она вам понравится. Ну что ж, игра Days Gone, давай глянем. Поехали. Поехали. Очень интересно. И, кстати, мне очень интересно реально будет почитать ваши комментарии. Все-таки отзывы, понимаете? Прям вот мне безумно интересно. Да, кстати, я, скорее всего, на днях мотик выгоню. Кстати. Так что, если хотите мотострим, может быть, тоже протопите за него. Пора бы. Да, кстати, аккуратнее сейчас с ушами, потому что я ее ни разу не запускал, если что. Вообще.
Игрушка кайфовая, я ее смотрел, но от тебя прям очень хочу посмотреть. Вы знаете, лучшим комплиментом является то, когда люди либо вообще не смотрят эти игры у других стримеров, либо если даже смотрят, то приходят именно на мое прохождение. Это, наверное, лучшее, что вообще в принципе может быть. И за это я вас хочу поблагодарить. Спасибо. Правда, спасибо, ребята, это очень, очень сильно. Спасибо огромное. Итак, давайте посмотрим, чем нас игра встречает. Новая игра, испытание. Параметры мышь. На мотоцикле, я думаю, по ходу движения всем разберемся. Звук, язык здесь уже установлен русский. Меня интересуют субтитры. Размер субтитров давайте немножечко побольше. Может быть, кто-то плохо видит. Фон субтитров я сделаю. И выключить. Посмотрим, короче, как удобно будет. Графика. Да. В общем-то, наверное, можно все. Давайте, конечно, полноэкранный запилим. Why not? Да. Ну что ж, начинаем. Я почему-то вспомнил свое прохождение по The Walking Dead. Почему-то какие-то есть отголоски вот туда. Не знаю почему. Ржун. Достойно. Достойно. Вот это сейчас неожиданно. Игра с самого начала такая как бы говорит. Я, если честно, не помню, чтобы было 6 вариантов сложности, 6 режимов. Давайте почитаем. Просто для игроков, желающих ознакомиться, это понятно, для девочек. Средне для игроков, желающих бросить вызов бездорожью. Очень смутно размыто сказано. Для игроков, желающих проверить свои силы, враги более опасны. Сложно 2. Для игроков, желающих испытать себя, враги еще более опасны. И на выживании я заметил одну вещь. Выживание 1 — это для игроков, способных выдержать тяготы бездорожья. Враги более опасны, быстрый переход недоступен. Интерфейс скрыт. Это прям реализм какой-то, да, получается? То есть быстрое перемещение скрыто. Выживание 2 — для игроков, которых борются за свою жизнь. Враги еще более опасны, быстрый переход недоступен. Интерфейс скрыт. Насчет интерфейса, я, к сожалению, не знаю, какой здесь интерфейс и нужен ли он нам, но помнится, я проходил метро, проходил его без интерфейса. По-моему, тоже сталкера я проходил без интерфейса, но не припомню насчет сталкера. Очень многие пишут, сложно 2, нужен интерфейс. То есть он нужен. Мне плевать, сразу скажу, на какой сложности играть. Окей, окей. Окей, мнения разошлись, чат для меня мнение важно. Захожу в телеграм-канал Hard Inside. Минутный опрос. Все очень просто, все очень быстро. Вы, в общем-то, и все сейчас решите. Какой уровень сложности в Days Gone? Сложно 2. Или выживание 2. Погнали. Голосуем. Подведение итогов ровно через минуту. Засекаю. Так.
Я, вы знаете, вообще соскучился по тому, чтобы немного поразмышлять. Немного о чем-то поговорить, вообще отвлеченным от стримов. И мне кажется, нужно запустить разговорный стрим. Я очень соскучился по этому. Просто поговорить ни о чем и обо всем одновременно. Итак, итоги. Узнаю. Узнаю. Друзья, по результатам голосования за первую минуту проголосовало почти 3000 человек. И 65% проголосовало за выживание 2. Я так понимаю, вы, наверное, не видели, да, это уровень сложности. Что-то мне подсказывает, наверное, мало кто, наверное, проходил, да, на этом уровне. Ну что ж, господа админы, помогите, пожалуйста, в конце припишите выживание 2, чтобы, ну, все-таки знали, на какой мы уровне. Просто сложность, двоеточие, выживание 2. Погнали! Ну, вы проголосовали, но я, кстати, не против. Я не против, нет таких игр, которые мы не пройдем на максимальном уровне сложности. Поехали. Неожиданно. Честно говорю, не ожидал. Я с трех аккаунтов сразу проголосовал. Вот это мои ребята. Это достойно. Итак, в режиме выживания повышается сложность игры. Скрывается большая часть элементов интерфейса. Большая часть элементов, не весь интерфейс, и отключается быстрый переход. Начав игру выживания, вы реально будете выживать, вы не можете изменить уровень сложности в дальнейшем. Эвик. Степаныч, Эвик Стасян. Мое почтение. О, игра прям закручивает гайки. С самого начала. Уважение игре. Уважение. Молодцы. Молодцы. Прям они сразу говорят, что потом не получится. Если громко, ребят, сделаю потише немножко. Если громковато. У нее Сафир, жар, нож, нужен похоже, челлендж. Задел бочку. Рана загноилась. Как дела, сестренка? Как глупо это все. Ребенок это... Был маленький ребенок. После сцены сделаю потише. Эй, помоги мне. Давай. Давай. Там толпа. Надо скорее отсюда валить. А, прямо здесь, прямо сейчас можно. Без проблем. Я просто боялся сцену скипнуть. Хорошо? Громкость речи. Я думаю, все на семерочку, да, наверное, поставить? Средняя громкость. Давайте так попробуем. Давайте. Если что, сейчас скажите, как будет. Потому что мне нормально, а вот как вам, наушнички, я просто регулирую громкость. А у вас нет, может быть, такой возможности. Давайте, подсказывайте. Нам нужно на крышу. Посигналь какому-нибудь вертолету. Еще тише. Стойте, стойте, она ранена. Что с ней? Сейчас. Она не... Короче, она не как эти. Ножом прыгает. Я больше не подниму. Ладно, да? Слушай, о, Брайан, если ее не доставить в больницу, она умрет. Но больниц больше нет. Ой, да ладно, как это нет? У вас же врачи, приемные, мобильный госпиталь. Да я только что окончил колледж, я волонтер, меня тут и быть не должно. Брайан? Ладно, черт, у меня место еще только на двоих. Как это на двоих? У нас перегруз, ясно? Я могу взять двоих. Ну ладно. Давай, помоги мне. Ну ладно. Потерпи. Ты поправишься. Я держу. Эй, я вернусь за тобой. Так, Бухарь, пошли, нам надо вертолёт. Стой. Нам надо вертолёт. Я его слышал. У него-то место на двоих. Иди. Будь с ней. Я справлюсь. С нами ведь и похуже бывало. Так. Да уж, бывало.
Куда вы летите? Что? Куда летите? Лагерь беженцев на запад от трехпалого Джека. Послушай, Бухарь без меня точно пропадет. Потом вернешь. Ты с нами? Жесткое начало-то такое, ну что ж, такая прям слезотория-то с самого начала. Очень красиво. Горы, лес. Да, донаты, давайте я просто вот так вот сделаю, хорошо? По мере возможности, ребят, буду читать. Эндура. Мы его потеряли. Ничего, догоним. Так, стоп, мотор выруби. Найс. Черт, она жива. Альварес. 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 Что случилось? Что, напомню, ненадолго. Скажи, жива. Кто это был? Упокоители? Там все, по ходу дела. Леон! Это был... Сказал Леон. Сука ты, Леон. Вакцинация прошла успешно. Почти уже, почти, хорошо. Прям уже очень близко. Сейчас бы еще лося сбить. Это реально сбить. Ах ты, скотина! Ты попал. Блин, думал, кто там врежется. Эй, стой, стой! Он бросил байк. А, здесь по сцене так положено, типа он уезжает. Я был уверен, что он врежется сейчас. Не шутя. Воу-воу-воу-воу, там бензин закапал, Дружок. Прикрой меня, сейчас все будет. Сейчас все будет. На. Туда пошел. Двинули. Это как ты так понял?
Так, вот сейчас поворотка камеры для меня очень важна. А, поиск следов. Режим пожилого следопыта. Ага. Куда он делся? Тут ничего нет, кроме фриков. Может, я ошибся? Может, он не с Коплендом спел? Кстати, одна из немногих игр... Леон давно толкает краденое Копленду. Вот оно и аукнулось. Одна из немногих игр, где сенса сразу прям под меня настроил. Эй, стой, стой. Погоди-ка. Черт. Ладно, ща глянем. Стоп, стоп. Вот. Пошли сюда. Следы свежие. Шутя. Как-то он так. Слышь, а ты где вообще научился следы-то читать? Мы с отцом ходили охотиться на вопите, когда я был мелкий. Часами выслеживали. Вопите? Что такое вопите? Кто это? Опасно. Ох ты! Не шутя! Бля, будь! Черт! Ага. Все, сынок. Ах ты! На! Хорош. Пошел, 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 все. Ты живой там? Да, да. Просто царапина. Этот придурок целиться не умеет. Сукин сын. Да сейчас нормально. Бро, я попозже узнаю, сейчас. Он направляется вниз, водопадом. Он потерял много крови. Чуть попозже далеко отвечу. Не уйдет. Нифига! Обыщи его. Есть пробитие. Истечь кровью? Да уж, это жуткая смерть. Медленная, мучительная. Но тебе ли об этом не знать? Да, Лёш? Она еще дышала, когда мы ее нашли. Не хватало еще тратить на нее патроны. Не-не, притормози, притормози. Где тайник? Леон. Ему Габелла. Скажи. И тогда обещаю не пожалеть для тебя пулю. Хотя тебе и так недолго мучиться. Видишь ли, тут небольшая проблемка. Они чуют запах крови. Прямо аж оттуда. Интересно, каково это, а? Рвут на части. Жрут заживо. Скоро он это узнает. Пошел ты. Прощай, он. Нет, стойте. Ладно, ладно, не надо. Я все отдам. Берите. Где? На кладбище. На старом кладбище. Спасибо. Ты обещал! Давай. Не бросай меня тут подыхать. Ты что, я ничего не могу сделать. Давай. Давай! Лживая ты, паскуда! Давай. Это игрой так было задумано. Но слово он свое сдержал. Такер захочет доказательств. Ты поступил правильно. Нельзя бросать людей на съедение фрикам. Даже такие гнид, как Леон. Мне одному показалось, что их там не два, не три, а прям очень много. Прям чересчур много. Так, у нас выживание, да, с вами второе. Это полюбасу надо все шмонать. Подожди. А, изи вообще, я Серег. Хочу пошариться в этом лагере. Может, легко. Найду чем забинтовать. Так. Найду тебе применение. Все везде шмонаем. Захавали кого-то. Причем, по-моему, живьем. Угу. Теперь надо их сложить вместе и пойдет.
Подожди, а лечиться здесь же, да, я так понимаю, просто Е? Ну вот, да, годится. Удобно. Ну, вроде ампутация мне в ближайшее время не грозит. Удобно. Ага, рывок добавили. Я думал, мы сегодня пойдем на охоту, принесем что-нибудь такер. Какая охота? Дождь хлещет. Ну слушай, нам нужны кредиты. Надо набрать припасов. Ладно, но только что не шарахаться всю ночь. Кстати, прыжок не работает. Может быть, пока что? Совет по переживанию. Бег и перекат расходят запас сил. Если ваш запас иссяк, ну понятно, вас просто съедят. Ох, блин, я уже выдохся. Сейчас что не сдерем с его байка. Угу. Нет. Найс. Мать твоя. Ах ты, сволочь. Если ты не обоссался, значит бензобак. Бензонасос. Сука, Леон прострелил мне бензонасос. Глянь, есть чего взять с его байка? Не, хлам. Короче, давай вернемся на гору Улири. Там заночуем, найдем насос и вернемся сюда. Нет, у меня идея получше. Насос поищем прямо тут. Чего? Ну. Автозапчасти Crazy Willis. Туда и поедем. О, нет. Все равно мы вылезли за припасами. Гениально. Чего бы там не посмотреть. Ну что, ладно. Вот так спрятал. Браво. Браво. Вот это спрятал. Эй, что там Леон тебе всучил? Ну это вроде как карта. Как заберем мой байк, надо съездить на кладбище, поглядеть там. Ага. Ну хорошо. Спасибо, брат, я прочитаю. Завтра берем препараты, отвозим к Такер, получаем награду за Леона, а там пора на север двигать. Ха, а ты думаешь, на севере лучше? Неважно. Все равно будет лучше, если мы отсюда свалим. Погоди, там впереди не проехать. Погода просто осторожно. Космос. Я такое уже видел пару дней назад. Засада. Грузовик поперек дороги. Чекай, чекай, чекай. Упокоители поставили. Помоги-ка сдвинуть. Мари, 100%. Грузовик свежий стоит. Готов? Ага. Толкай! Мне кажется, мотоцикл 100%. Ух ты, я так! Вытащил! Да! Ну, сука! На! Поехали! Вопросы. Домой, ёпта. Шо, шо, шо это такое? Окей. На, бан. Сынок, что? Что, 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 что? Перекат. Легко. Пацаны, я создал. Домой. Шо? На. Хорошо. Домой. Шо, рейданули? Да ладно, мы почти на месте. Я бы, знаете, что убавил? В звуках эффекты я бы убавил. Чуть-чуть потише эффекты, чуть-чуть погромче речь. Вот, вот так бы я сделал. Вот так бы вот что. Что-то бы вот так бы я сделал. Но атмосфера бодрая. Слушайте, управление несложное. Окей, бро, ты на самом деле, я посмотрю, что ты делаешь, и... Может быть, я даже немного другое придумаю кое-что. Ты пока просто покажи, что ты умеешь. Обшмонать не шмонаются, ребят. Я типа по ним, ну, к ним подошел. Просто на скеле видел, как вывез? Видел, видел, да? Выживание второе. Я так обычно просто, ребят, я для меня выживание это вообще, ну прям. А,
Мы подъезжаем к старому блокпосту Неро. Уже почти. Черт, это серьезно. Дай-ка дробовик, я пойду вперед. Пока лутаться нельзя, но я так и понял, что типа игра постепенно дает. Сначала типа на живой бой, потом сейчас мы постреляем. Да уж, не слабо они здесь и копались. Ну и много им это дало. По мне так лучше в гробу лежать вместе с первопроходцами. Ну да. Но ты глянь, какие же все-таки тупорылые. Ну о чем думали-то? Мистер Федерал, атмосфера можно мы тут посидим, нравится, пока не придет Орда и не сожрет нас потрохами? Опа. Хреново подыхать в такой душегубке. А как интересно машина шмонается? Со всех сторон или только спереди и сзади? Ха. Сзади я увидел. Вот, видишь? Оп. Ребят, как всегда, на выживании 100% все лутаем, потому что, ну... Из этого крафтятся бинты, я так понял. Там амуниция, еще что-то. Так, я понял, где замочка нет, нихер даже сюда щемиться. Ага. О, F фонарик. Так. Слушайте, я на страшилку не подписывался. Че началось-то? Опа. Нигде они тут не сидят? Стоп, это я, наверное, могу еще. Ага, а время-то не останавливается. Оно притормаживается, но оно не останавливается, время. Если что. Нормально. Кстати, фонарик бесконечный, это радует. Откуда звук? А, оттуда. Это что за нора? Что, чуешь? Ох ты. Вон там. Поехали отсюда. Погоди, сколько у тебя молотовых осталось? Слушай, давай на обратном пути. Не. Черта с два. Твою мать, да ты их приманиваешь. Это что такое? Эти, типа бункеры зомби или что это? Гнезда или что это такое? Ну вот, пожалуйста. Минус гнездо. Ой. Давай, сынок, давай. Ой, бля. Ага, а зомби-то непростые. Ага. Дик. Эй, Дик. Стой, братан. Дик. Ага, ты видел, они мансятся? Он уже сдох. Что-то я, видать, зря выживание поставил. Тут они непростые зомби. Точно. Он такой, оп. Шо? А это, говорит, Ваня, немцы. Кстати, это нормально, опять что меня зовут Дик? Ты это о чем? Об этом лагере беженцев. Ты как туда соберешься, на тебя сразу находят. Что находит? Ты не виноват в ее смерти. Заткнись. Если бы ты сел под вертолет, ты бы погиб вместе с ней. Только и всего. Я сказал, заткнись. Так, ну давай, на мозги не будем капать. Кстати, карта очень приятно сделана. В правом нижнем углу, ну, приятно, она не мешает. Так, там все горит. Сигналка. Ёп. Поехали. Дедушкин, ёпта, дробовик как часы работает, мой хороший. Еще трофеи. Неужели? А пистолет. Ага, найс прицел у пистолета. Понимаю.
Блин, не дай бог, мне кто-нибудь сейчас вцепится в колбасы богатырские. Опа! Лом, хорошо. Чё, лом? Лом. Может, типа, игра... типа валюта игровой или... Короче, увидим, для чего лом. Спасибо, Вагант. Давай попозже, брат. Очень игруха интересная. Так, интересно мне, как хедшоты здесь выписываются. И выписываются ли они здесь вообще. Не понял. Твою, что-то вообще трэш какой-то. Но это гнездо их было. Слушайте, ну они могли кого-нибудь сожрать и что-нибудь сюда принести. Не хватает мне все-таки вот этих вот звуков. Вот знаешь, что-то типа... Эффекты хочу, чтобы прям вот этот вот дождик, вот это вот все я слышал. Чтоб как в реальном было. Тут нет ничего, ребят. Значит, гнезда прогорают все-таки. То есть стоит подождать, когда они прогорят. Ага. Но на этих дропа нет. Интересно, есть ли вообще на зомбаках дроп, по идее, должен быть. Ну, типа... Но дропа, я вам так скажу, немного. Здесь на байке не проехать! Иди в служебный тоннель. Может, получится расчистить дорогу с той стороны. Ага. Ладно, только свети тогда в эту сторону. Опа. По 5 всего патриков, да ну нафиг. Подождите, а сколько у меня? Пятнашка и... Ага. Ладно. Ку-ку. Конечно же, как удобно, а. И никого нет, ты понял? Ага, ага. Что за... Так, если что, напоминаю сразу. Спасибо, Седой. Спасибо, дружище. Так, ребят, проверять не хочу. Господи! Твою мать! Матерь Божья Света Яковлева! Ты твою мать! Бан! Вы чё, я не пойму, угораете, что чё началось-то? Вы чё, заранее что-то сказать не могли, что это игра про... Тут, короче, всё, я понял. У меня ладошки аж вспотели, вы чё? Ты чё, тварь, делаешь? Ага. Слушай, это чё за, я не пойму, мы в хоррор играем, чего что? Никто не вылезет больше, я теперь... Сколько каждого скрипа буду бояться? Ля. Это Рус Мидас. Понятно. Они, короче, видать, закрылись. Хотели, ты понял, здесь избавить. Ну, типа, засейвиться. На кого-то шкаф скинули. И в итоге, короче, они все все равно заразились. Нормально. Откуда сейчас пук этот был? Э? Твою мать, еще одна сигналка, да вы угораете. Это не я.
Твою же ж мать! Ну, извини, я не нарочно! Тихо. Все, порядок. Так, дробан бережем. Твою мать, что за... Не-не-не, хардплей. Рофл, ты увидишь, брат. Увидишь, про что я говорю. Ты меня маленько не понял. А в башню что он как? Залетает? Интересно, в башню ваншот? Если в башню ваншот, это вообще просто игра, она... Просто на глазах сейчас вырастет. Легко. А в голову-то, ребят, ваншот прилетает. Так, вот здесь на коротке надо дробан брать. Бережем. Главное смотреть за патрами. Здесь, я так понял, вообще просто каждый патрон. Ребят, сейчас чуть-чуть прям к стрельбе привыкну, мазать вообще перестану. Мышку... Нет, не-не, сейчас привыкну, надо к стрельбе. Сорян, сейчас что-то я кривовато. Сейчас я тэпать начну скоро. Ага. Слушайте, в них дропа не вижу. Какой... Я не знаю, для чего этот лом. Кстати, в правом верхнем углу... Давайте я уберу эти таблички, ребята. Там опыт идет. Вот так вот, давайте я сделаю. Хорошо? Опыт, опыт. В правом верхнем углу капает. Короче, по идее, да, один патрон, одна жизнь. Блин, жалко, головой нельзя крутить вот в эти моменты. Еще плюс лом. Может быть, лом это что-то... Не знаю. Ага. Ага. Давай, напугай меня. Давай, мой сладкий. Давай, давай. А, я понял. Тоже неплохо. У меня время 3 ночи, мужик. Здесь и музыка такая прям. Как дела? Нормально все? Все очень внимательно смотрим, потому что, ну, что-то очень жестко. Это мне нужно. Естественно, нужно. Мне вообще, в принципе, все нужно. Могу подсказать класс, за которого я играл в мой РПГ всю жизнь. Только не торопиться. Тварь, 100% сейчас кто-нибудь вылезет. Очень много дропа лежит по закоулкам. Но в этих закоулках, я так понял, будут эти чудики сидеть. За хедшот пока не заметил, дают больше или нет. Но опыт начал капать. Видать, ну, игра раздушивает потихонечку. Ага, вижу. Кого-то заживо съели. Великолепно. Сразу хочу заметить, очень много патрон. Слишком много для выживания второго. Это первое замечание игре. Можете прям смело... Еще гнездо! Да, ну и вонь! Сколько там молотовых осталось? Ты последний взорвал. Есть из чего новых набодяжить? Да, есть. А где молотов-то? Спасибо, мужик. Спасибо. Да делай, конечно, что по кайфу. Будешь хорошо делать. Вообще, без проблем. Ты же сам знаешь, я за творчество, но самое главное, не делай то, что уже есть на каналах, хорошо? Это очень важно. Я сейчас, быстро. Ага. Вот так. А как кинуть? Так, учимся. По идее, с пистолета уработаем. По идее. Выйдут, нет? Просто замансил, легко. Да ладно! Ты гонишь, что ли, мужик?
Ты что, не пойму, неубиваемый? Давай, погнали. Ага. Да, сейчас, секунду. Пистолет пока вот в этот кружочек не сведется, ты еще хрен с него попадешь. Я вот так вот еще могу сказать. Это все не так просто. За это плюс игре. Не просто, знаешь, у тебя всегда маленький кружочек, с которого ты бегаешь, как этот, знаешь, вантапаешь. Ага, сейчас. Ты сначала сведись, а потом уже выстреля. В тело, кстати, стрелять вообще бестолковая затея. Вообще бестолковая. Зомбаки уклоняются, это респект, да, да. Ну ты услышал, он мансовал, ты видел как? Просто как бог. Я вот эти места хочу полутать. По идее, в них что-то должно быть, в горелых не должно. Ну, в горелых, я имею в виду, зомбаков не, уже не должно быть. Они, по идее, ну, выгорать все должны. Ну что, мы с вами расчистили туннель. Блин, атмосферка-то, кстати, тут такая. Ну да. Прям я почувствовал немножко это. Они реально уклоняются, ты понял? Я подумал насчет того, что ты сказал. Про север. Я к тому, что тебе надо уехать отсюда. Привести мысли в порядок. Давай утром заберем награду и поедем тогда. Ну вот, братан, другой разговор. Хардплей, хардгейм, кстати. Это все, что не попадает в нарезки на основные каналы, делай, чувак, по кайфу, без проблем. Ты хотел фрик-шоу? Черт, прямо киша. Братан, только давай договоримся через 2 дня, хорошо? Стрим проходит 2 дня, и потом выкладываешь все, что не попадет. Все равно до хера будет контента. Нужно больше патронов. Ты что задумал? Походу, мысль хреновая. Ты просто гони прямо насквозь. Собери себе на хвост сколько сможешь, а я, типа, потихонечку зайду следом, найду гараж. Черт. Быстренько откопаю там бензонасос, ты меня подхватишь, и мы валим. Еще вот подстрелить такой план. Успею парочку. Ты точно на тот свет хочешь? Я же сказал, не сегодня. Так, 2 дня небольшие. А давай разделимся. А, слышь, он с собой нормальный, кстати, парик забрал. Че, блядь, за чертофаны? А че вот это за... А, нет, подожди, это здоровые. Какие-то мелкие еще обсосы были. Слушай, отсюда тапну, нет? Ага. Я понял, пацаны. Чуть прям. А, на них наводишься, они уходят? Чё? Что? Чекай. Да ну на... Вы чё, угораете? Вы серьезно? Я тебе сейчас там... Так, надо их как-то минусовать, подождите. Надо раскайтить всю эту шоблу. Ну-ка нахер отсюда. Нет, туда явно не надо тапать. Шакалы по природе своей пугливы. Они прячутся в труднодоступных местах, например, на крышах домов, несмотря на то, что они могут напасть первыми, заметив вашу слабость или ощутив угрозу на своей территории. Короче, они будут за тобой следить и поджидать самый укромный момент и нападут стаей. Во. Ага, вот. Смотри, оба! Вот и не лезьте, и не будет вам проблем. А как их убивать-то, ребята? Хорошо. Только осталось у меня 9 патронов. Вот это плохо. Их надо убивать. Они мне не дадут здесь спокойно пройти.
Поздравляю, дядь. Ага. Что-то я заметил, что в голову они сразу-то и не умирают. Что это такое было? О! Одобряем. Спасибо, дядь. Интересно, а вот это вот прокатит здесь тема, нет? В кустах можно укрыться от врагов, перемещать на корчик, чтобы вас не заметили. Бросайте камни, чтобы отвлечь внимание. Хорош! Хорош! Мотя, спасибо. Ребят, чуть-чуть попозже на все сообщения отвечу, просто чтобы от игрового процесса хорошо не отвлекаться. Обязательно разберу все ваши сообщения, ребят. Ля тварь, а. Ой. Блин, надо это гнездо разорить. Смотри, что делают. Смотри. Хейтеры, а? Короче, на выживании в голову тапом я не убиваю. Пара-бара-пам. Ля, тварь, а? Тварь, да? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. На, ёпта. Бан. Надо к ним туда залезть, короче. Слушайте, я их хочу убить. Знаете, почему за них опыт дают? Я не знаю. Опа. Чё за негатив? Я понял. Не, а чё, давай я с ним один на один выйду. Давай. Давай, го, ёпта. Да, ёпта! Что ты на это скажешь, а, дружочек? Бан, ёпта! Ёпта! Я понял. Ага. О, бля. Я понял, пацаны. Ага. Я понял, ребята. Ага. Браво игре. Эта игра заставит страдать на этом уровне сложности. Валить отсюда, засранцы. Я понял, хорошо. Ты видел, сколько раз я по нему палкой дал? Ему вообще просто, ну, типа он такой. С двух ударов я отлетаю, чтоб вы понимали. Их надо долбить, как угодно. Да. Вот так. Вот и не лезьте, и не будет вам проблем. Тс.
С одного тапа они убиваются. Четко, если в башку дать, с одного тапа, с упора. Надо байтить дурачков. Давай, другалечек. Сейчас, ребят. Два. Давай. Три. Нормально. Четыре. 10 патронов. Ну, лезь уже. Давай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тварина. Ля-ля. Давай. А, я понял. Все. Базара ноль. Ух ты! Нихуя! Сука! Чё, бля? Кого? Долбаные шакалы. Давайте, валите отсюда, засранцы. Чего? Он чё, фулл хп мне забрил? Это чё за хэдкрабы? Слышите вы? Ага, вот так. Вот и не лезьте. И не будет. Смотри. Бан, блядь. Точно в цели. Давай, дружочек. Близко к ним нельзя подходить. Байтит, чертя. Тихо. Блядь, только бы не обошли. Давай. Бан, блядь. Игра точно ошибок не простит. Тихо. Давай. Ага. Мразя. Ты понял, что они делают? Они, ты заходишь за преграду, они подходят. Здесь искусственный интеллект просто гениально сделан. У типов. Вот это реально выживание. Не надо. Да, два мискликнул. Давай. Побайтить. Ля, Глэк. Мари. На нахер. А имбот получается, дружочек. Давай. Черт, патронов мало. А для тебя, сынок, у меня есть коммунизатор, называется план Б. Ёпта! Есть. Ага, лом. На что-то сгодится. Так. По патронам что? 6 патрон. Дробовик. Ладно. Еще плюс один. Очень внимательно все везде обыскиваем. Как меня эти шакалы сейчас напрягли. Это жесть. А ведь это начало игры. Два коктейля Молотова. Поехали. Йо-хо-хо, ублюдки. Мать твою.
Куда ты дробовик убрал, дурак? Блядь, да ладно, да вы гоните, да хорош! Да ты чел! Это просто, это чё это за игра? Это чё такое? Это чё за... Так, по идее гнездо. Так, все тачки осматриваем. Короче, слышь, это как в реальной жизни. Ты двоих хер вывезешь. Они просто на тебя бегут. Здесь вообще трое их было. Они просто в лоб на тебя идут, понял? Ага, и здесь чё и нет ничего. Вообще прикольно. Так, еще раз, везде все осматриваем. Блин, каждый, мне вот каждая мелочь важна. Блин, Патрик, я по ходу дела крафтить не умею, но это вообще печально. Еще раз просматриваем. Ножка стула. В принципе, то же самое. Да ладно, это еще что ли одно гнездо? Ты что, гонишь? Сколько у меня хп? Это он мне за раз столько снял? Это что, это прикол? И что делать? Ля-ля-ля, дурак, горит. Короче, помимо заданий, на карте еще есть какие-то квесты, которые, я так понял, можно выполнить. Знаешь, как типа... Здорово. Бан, блять. Побочные, да-да-да, квесты. Слушайте, ну они сгорели, они бывают, видишь, сгорают. Опа, 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 опа. Ой-ой-ой, вот Патрики, это просто must have. Вы чё, патроны, это самое важное, мне кажется, в этой игре. Слушайте, да ну нафиг, это чё такое? Так, тряпочку нашел. Ребят, сорян, но я буду все очень внимательно смотреть. Здесь надо эту партию разыгрывать очень серьезно. Сохранить-то хотя бы можно игру? Можно. Хорошо. В тачках, я так понял, в ментовских тоже патроны, да, лежат? Ага. Мы знаете как? Мы, если что, вернемся. Бля, сколько там этих за... Главное в этой игре не собирать пачку. Если собрал пачку, то получишь водокачку. Бан. И что делать? Подожди, а как в дома заходить? Они ж с упора нападут. Ой. Вот это уважение. Поехали. Это просто трэш. То, что надо. Бинт готовый. Сейф. Надо улицу вырубать. Что это, холодильник? Что это? О, холодос. Пивка холодненького за пятый столик.
блин, ну атмосфера, звуки вообще прям, ну... Так, как мне здесь разыграть грамотно эту партию? Может, понаглее здесь быть? Патры есть на дробовик? Давай в наглую прям, давай. В наглую, блядь. Бан, блядь. Просто на развороте. Пробуем с пистолета. Бля, в лоб дал! Отвечаю, в лоб дал! Хорошо. Дробан сэкономили. Минус 2. 4 выстрела, минус 2. Нормально, нормально. 6 патронов. Считаем. По выстрелам будем сейчас считать. Больше ничего не остается. Так, стоп. Что это, трава? Возьмем. Ромашка. Тихо. Этого надо втихую убивать. Бля, еще одно гнездо. Только не развернись. Мужик, только не вздумай. Банк. Так. Хорошо. Так, спокойно. Здесь можно лутаться. Да ну нахер, вы че, я не пойму, что происходит-то здесь? Вы че, угораете, что ли? Твою мать, я как в этот, в какой-то хоррор, чи не в хоррор играю. Не знаю, для чего цветочки будем срезать. Приятно. Да, бабушке расскажешь. Минус. Туда пока не идем, здесь шмонаем. По полной программе шмон здесь сделаем. Вот это дерьмо привлечет их. Это я уже просек. Не, ну и не из-под капота же они не вылезут, слышь? Что это такое было? Глушители? Да мы его прибережем пока что. Шмон. Шмон — это наше все. Я пока его тормозну. 6 патрон, я напомню. 6. Теперь есть самый главный вопрос. Бля, один только остался. Три из четырех. Еще одно осталось. Бля, два, что ли? Или три даже. Ага. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это аквадискотека. Ага. Привет, ёпта. Просто наверняка. 5. Глушак очень похоже, да, что из фильтра автомобильного. Очень похоже на это. Еще одно гнездо. А у меня нету, надо искать. Надо бутылку из-под пивандепола искать. Так, смотрим. Смотрим очень внимательно. Вот эту травушку надо искать. Из травы, по идее, наверное, делаются какие-то, может быть, хилки. Ну, наверное.
Но это не точно. Я не знаю, что может еще из травы здесь делать. Для меня это большой вопрос. Так, 4 лома. Блин, их здесь очень много. Не дай бог огрануть вот этот пак. Я напомню, там ментовская тачка стояла в углу. Помните, да? Я не забыл про нее. Там патроны. Там наш НЗ. Пожилой резерв. Что такое стимулирующая микстура? Кого? Ку-ку. Ага. Серег, спасибо, дядь. Сейчас я чуть-чуть, ребят, попозже все прочитаю. Как же мне вас забайтить-то, а? Подождите, мы здесь не шмонали. А-а. Твою мать, сейф! Ага, код от сейфа. Ну и где мне его родить? Код от сейфа, где деньги лежат? Всем сосать, работает ОМОН. Код от сейфа, найс. О! Что это такое? Брошюра из мотеля «Граница». Ну что, тапнуть? Что такого? Давай тапнем, ёпта. О, боец. Не. Я что-то так подумал. Блин, бутылку надо найти. Где найти бутылку? И сейф надо открыть, сходить. Так, ну тут понятно. У кого-то месячные были. Дядь, потише так открывай. Эть. Что это за херня? Швырнуть предмет для отвлечения внимания. Возьмите его в руку, прицельтесь. Ну чё, а чё мы боимся? Подожди, кого мы боимся? Ну и что, раз, два, три, четыре. Пять. Ну. Ну смотри, просто на характере сейчас идем. Смотри, вот к этому подхожу. Дай ему в ухо. Этот на меня идет. Пиздец. Соответственно. Просто на характере берем, вот так вот разворачиваемся. Получается двойная. Двойная сплошная, сынок. Все. Ну типа минус 3. Ну, как-то так. Поехали. Напомню, ищем бутылку. Опа. Здрасте. А вот и последнее гнездо. Что-то, наверное, за это дастся, 100%. Так, давайте сюда вернемся. Давайте последнее гнездо спалим. Чертям собачьим. Ага, здорово. Здорово, пацаны. Все. Это как-то вы меня так увидели? Зараженная зона. Доверие. Чтобы дороги стали безопасными, надо зачистить все эти зараженные зоны с гнездами. Блять, логично. Тихо-тихо, это они меня... А, забайтить, да, хотели? Забайтить, да, сынок, хотел!
Домой пошел сюда! Забайтили? Знаете почему просто я так на характере все делаю? Потому что у меня вон в той машине лежат еще патрики. Но пока мы их не берем. Пока у меня 9 и 15 патрон. Все хорошо. Слушайте, ну получается, мы как бы... Ого. Мы типа с вами специалисты, там все дела. ХП у меня на фульную. Красиво, согласись. Просто в соло взял, вышел, просто засолил и все. Нет, ну а, ребят, чему удивляться, конечно. Когда профессионал так такой играет. Выживание, не выживание, вообще без разницы. Так, ну что здесь? В зданиях 100% только с дробовиком ходить. Что вот это такое? Лекарственная микстура, но... А, вот, наверное, кстати, из ромашки и делается эта херня. Кстати, помимо ромашки, я еще в одном месте еще там что-то собрал. Что-то полезное. Кстати, еще плюс патрики. Давай возьмем. Не, с патронами, ребят, все в порядке. Я не знаю, о чем мы тогда очкуем? Кого бояться-то? Патрон много. Тут патроны, там патроны, здесь патроны. Везде одни патроны. Поехали. Кстати, чистое лицо повесило. Я не знаю, почему он не упал. Кого мы нахер боимся? Ну, я готов. Кого? Все, лутаем. Просто лутаемся и все. Кстати, еще одна ментовская машина, но уже джип. Максимальная сложность, да. Второе выживание. Можно было бы не брать. Не, у меня НЗ, если что, лежит там. Там лежит НЗ у нас. На случай ядерной войны. У меня вообще все по максимуму уже. Подождите, ну типа... Да давай откроем, пусть, ну что, сбегутся. Плюс опыт прокачаем, правильно? Правильно. О, черт. Тихо. Обижать-то некому. А обижать-то уже некому. Все. По атмосфернее резика. Не сглазить бы. Я пока молчу. Но если честно, я от игры, я уже два раза, у меня, во-первых, сердце уже ёкнуло, я вам по чесноку говорю. Глушак, зачем? Пока побережем, ребят, хрен его знает, что нас еще впереди ждет. Может, глушак пригодится. Не надо спешить с этими глушаками. Сейчас, зачем глушак? Я их, в принципе, перестреливаю. Патриков очень много, я бы сделал патрон поменьше. Вот тогда бы реально было выживание. Но все бы сразу заныли, на самом деле. Куча бы игроков, стримеров сразу. Это очень сложно. Вот, 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 видишь. Вот сейчас еще один глушак. А как? Вот, типа установить. А еще один я взять не могу, да? Магнета, спасибо. Я просто не реагирую, потому что, ну, спойлеры, они мне не интересны. Сорян, но... Еще нет. Неинтересно. Надо как-то пробраться в гараж. Там должен быть бензонасос. Ну, давай побыстрее. Я видел по дороге, как их там называют. Ну, эту хрень, которую покорители ставят. Сигел. Ага, его. Значит, где-то тут шастают. Я вам отвечаю, мне реально стрёмно сюда заходить. Я без шуток говорю. Я прям жду от игры. Что нахер за звук? Очень похоже на шакала, да? Не дай бог вцепится. На шакала, да, похоже? Или нет? Где-то он шкурится. Что это такое? Канистра с бензином позволяет заправить байк и генератор.
Не-не-не, подожди. Сейчас у меня канистра в руках. Я по крыше вижу вот какую-то херню. Так, не спешим. Слушайте, а канистры не вот здесь ли случаем заливаются? Ну-ка. Очень вот это похоже на дозаправочную какую-то станцию. Хотя там он вообще... Стоп. Все, везде смотрим, проверяем. Ну, пока я под капотом находил только лом или глушаки. Я больше ничего не вижу. Звуки меня радуют. Здесь нет, да, ничего? Просто канистры, типа. А вот это с бензом. Ня. Подождите. Так, надо теперь найти вход. Это самое важное. Нет, ну я же слышал, что кто-то бегает, да, по крыше? Какая-то тварына. Так, ищем проход. Но эти лестницы не просто так. 100% там что-то есть. Короче, все, я понял. Под капотом только лом. Окей, мы багажники пооткрываем, мы люди не горды. Так, все. Так, ищем, как залезть. Ищем, как залезть. Тут нет. Вход показан сверху, это не просто так. Тварь, не вздумай даже мне на лицо прыгнуть. Ага. На нахер. Так, сыночка одного зарядили. Кстати, за вскрытие машин ничего не дается, так что в смысле, в принципе, наверное, нет смысла жопу вскрывать машины. Перед капот. О, багажники есть смысл вскрывать, не шутя. Плюс аптека так-то. Уважение. Багажники надо смотреть. Всем сосать! Ну, эффектно было. Черт, заколочено. Надо найти другой вход. Может быть, есть лаз на крыше? Только даже не вздумай мне прыгнуть. Где? Где? Опять шакалы. Паршивцы. Да, ёпта, домой! Следующий. Давай, сынок. Запрыгни. Я тебя научу, мать твою, родину любить. Давай. Внутри, да, бегает? Ага. Противники знают о вас, сохранение невозможно. Вот это найс они сделали. Ля, тварь, а. Блин, а что делать? Не, мужики, а что делать? Что делать? Как в старые давние времена. Как учили. Чем сосать работает там он, ворный в пол? Сюда, ёпта! Сюда, сынок! Вопросы имеются? Какие-то, может быть. Фиксируется, нет? Гутен Морген, ёпта. Чё по реакции? Ясно. Подкрутка. А, ну понятно, им в игре. Ну понятно, опять началось. Ищу потрясающего мужчину. Та-та-ра-та-та-тай.
О! А вот за патроны. Респект. Стоп, что-то здесь еще где-то было, я видел. Сюда. Ой, как хорошо идет. Самое главное все обыскивать. Только чуть-чуть потеряешь бдительность, эта игра 100% палец тебе в жопу вставит. А я чувствую, она хочет. Ай-яй-яй. Должен же быть тут бензонасос. Ага. Слушайте, я настолько много всего налутал, что у меня просто все битком. Вообще все везде битком. Ага, вот и бензонасос. Сейчас, говорит, хозяин клея придет. Не хочу открывать капот, что-то здесь. Прям вот максимально нет желания. Да не, а что мы очкуем? Да не, очкуем. Да не, а с другой стороны, а что очкуем-то? Fisting in the ass. Ку-ку. Да не-не-не. Кого бояться-то? Поехали, чё. Ой. Бухарь, слышишь? Нашел я насос. Выезжаю к шоссе. Ага. Дик! Упокоители! Упокоители! Нет-нет-нет! Чёрт! Куда он поехал? Упокоители? Так, я там был. Бухарь! Сюда? Ты меня слышишь? А, черт. Что тебе, бухарь, где ты? Подожди, мы вот там стояли? Типа, наверное, сюда. Твою мать! Упокоители. Кто? Быдло! На твоих руках набиты символы мертвых. Символы заблудших. Пошел ты! Вы суки! Быдлоны-то прекращайте, хорош! Ты должен покориться, байкер. Ага, ведь ты заблудший, но мы поможем. Покажем тебе путь. Путь. Мы поможем. Я вам сейчас помогу точно к праотцам отправиться. Ты найденный. Покорись. Ты потерянный. Покорись. Покорись. Да хорош, ты ему руку сейчас прожжешь. Путь. Путь. Сучи сектанты, а. Укрытие. Какие укрытия? Поехали. Я где-то здесь канистрочку увидел. Чего? О! Здорово, мужики! Эй, я здесь! Отвалите от него! Нет, ну согласись, красиво. Я ж, кстати, сам охерел, что я попал. Согласись, нормально было. Не, ну я понимаю, да, что так нельзя. Но согласись, красиво. Помог, говорит, другу. Не, ну нормально зашло. Не, идея нормальная была, но я не думал, что его заденет. Ну что вы начинаете-то? 6,1 тысяча лайков, что, блядь, мне глаз задергался. Сорян, блядь, сейчас. Сейчас, погодите, блядь. Я прикинь, короче, посмотрел на лайки, блядь, глаз начал дергаться. Блядь, сорян, сейчас успокоиться. Блядь, 33 года уже, все уже, волосы все седые, глаз дергается, блядь. Ой, блядь. Ой. Спасибо. Если на меня нападут, ты это не спасай меня. Да я тебя спасу, братан, но это просто получилось так. Ой, боже. Не, ну красиво же было зато. Не, ну я думал, мало ли, может, игра нереалистична и типа его не заденет. Но там все охерели просто. Прикинь, Бухарь лежит и говорит, нахер, пилите руку, не бросай канистру, дурак. Спасибо, ребят, спасибо за такую активность. Ой, боже, сорян, что-то я на ха-ха меня пробило.
Я рад, что вам, ребят, так игруха зашла, значит, будем ее проходить. Блин, я отвечаю, мне она по атмосфере, мне прям, ну, я аж вспотел весь, мне прям напряженная, красиво, красиво. Погнали дальше. Всегда пригодится. Поехали, эй! Эй, я здесь! Отвалите от него, ублюдки! Ранено. Ну, твари, подходи! Брат, живи! Живой? Бухарь. Давай, уходим. Твою мать! О, боже. Да, твою мать! Блин, на муруку, ребят. Да, ну-ка, вставай. Упокоить. Провалить. Как будто меня ждали. Заводи, дрынчик! Их не выйдем. Как навалились. Так. Да похер на руку, заводи, дрынчик! Не смотри, не смотри, говорю! Садись уже! Там это! Где-то я понятие орда слышал. Орда, орда. Не в State of Decay? Я думал, нам крышка. Орда вот эта, типа зомби много. Так. Подожди-ка здесь, а я пойду осмотрюсь на всякий. Ну вот еще. Я на боковую. Вроде все на своих местах. Че? Я тут и красть-то ничего. Если что, вода простая. Койка. Я по тебе скучал. Блин, там руке, ребят, плохо очень. Я пойду за байком и найду, чем тебя подлечить. Справишься? Да. Круто. Ага. Загляну на блокпост Неро. Там должны быть стерильные белки. Братанчик, там все очень плохо. Не оставляй там мой байк. Да не, не-не-не, я пешком туда метнусь, пока не стемнело. Эй, у меня там патроны есть. Они в ящике у двери. Спасибо. Эй, ружье оставь. В смысле, ружье оставь. А бухарь? Не, ну, отдавай ладно. Ружье, дурак! Держи. Отдай пистолет, спасибо. Я не знаю, палку дай ему. Без него просто как голый. Не понял. Ты че, братан? Александр, хорош, блядь. Отдай ружье, дурак! Стрелять нечем! Че смотришь? Че делать? От шкафчик заглянуть. Заткнись. Так. А, понимаю. Чего? Арбалет у него в шкафу. Короче, есть третьего левела арбалет. Вот этот вот. Слушайте, ну этот лучше, у него точность, у него урон больше, ребят. Доработанный вариант стандартного арбалета. Это просто арбалет. Это арбалет Номада. 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 Надеюсь, правильно ударение ставлю. Так, что это за арбалет? Арбалет оптимален для бесшумной ликвидации противников, не подозревающих в вашем присутствии. Дополнительные типы болтов, которые вы можете научиться делать, добавят ему универсальности. Ну, 100%, как обычно, разрывные. И еще какие-нибудь болты. Ну, какие-нибудь отравленные, я не знаю, там, как обычно во всех играх. Слушайте, ну я Номада возьму, типа, ну... Номада. Все, все, спасибо, ребят. Сорян, я что-то это... Меня сами знаете с ударениями. Плохо. Так, ну что, я арбалет беру. Слушайте, ну это уже что-то. Патрики. Блин, а подожди, а из чего стрелы тогда делаются? Это надо какие-то, я не знаю, палки. Какой-то... А, излома может быть. Может быть излома и каких-нибудь палок. Ну типа логично, наверное, было бы. Наверное.
Короче, ладно, разберемся по ходу движения по Некселю. Окей, ружье отняли, это очень плохо. На ближней дистанции я сейчас уязвим. Уязвим очень сильно. Но зато я теперь бесшумен. Черт, бухарь. Рука сама не заживет. Я вам, ребят, что делать-то? Я вам, ребят, так нужно скажу. Найти медикаменты. Бесшумность, бесшумность. Мой конек, вы сами знаете. Слово бесшумность и слово я. Вот вы когда видите, ну, вы же знаете, правильно, то, что бесшумность и я — это как, ну, единое целое, правильно? Согласись? Ну, то есть, как... То есть, бесшумность — это ко мне. Давайте здесь все проверим, мало ли. Ну, что вы начинаете? Ну, хоть бы раз подыграли, ну, сказали бы, Лех, ну да, конечно. Ну чё началось-то опять, кибербулт-то тот? Ну во всех играх, ладно, в одной. Немного погорячился. Лёха лучший, спасибо, ребят. Спасибо за пятихат. Блин, хорошие, ребят, не тратьте бабки. Вон, оформите за 25 рублей подписку и сидите, кайфуйте. Не тратьте бабло. И в чате, вон лучше, я говорю, оформите подписку, в чате переписывайтесь. И меня заодно поддержите, у меня там какая-то копейка упадет. Ух, ни хрена себе карта. Так, я понял. Прикольно, кстати, карта открывается. Ну что, давайте выдвигаться. Так, на какую у меня кнопку арбалет, мне теперь понять. Так, надо с базы выйти. С базы был выход где-то... где-то здесь. Ага. На его байке я не поеду. Надо добраться до моего, пока не стемнело. Не понял. Бухарь, ты не спишь? Не знаю. Чего там? Тут кто-то шныряет вокруг берлоги. Чего? Кто шныряет? Не знаю. Я прослежу за ним. Может, он не один. Спасибо, ребят. Отбой. Бежит, дурак. Тихо. Тихо. Так, все, пошло выживание. Я как это, как Лара Крофт, ты понял? 25 рублей, если что, ребят, это минимальное. Это. Минимальное в месяц. Это за месяц 25. Короче, в день по рублю. Дешевле просто я не могу поставить. Мог бы поставил. О! Я же говорил! Я говорил! А эти? А, побеги кедра. А как понять, из чего крафтится? Ага. Так, этот Глэк куда-то побежал. Слушайте, по идее, арбалетные стрелы, если игра очень крутая, то арбалетные стрелы. Знаешь что, давай за ним сначала сходим, а потом здесь все везде обшмонаем, правильно? Может, типа, мне пок... Ага. Нормально. Лагерь мародеров прямо перед нашей вышечкой. Прикол. Баллистика. На арбалетные болты влияет сила тяжести, поэтому высота их полета становится меньше с расстоянием. Это логично. Блядь, надо привыкнуть, подождите. Я не знаю, как здесь баллистика работает. Так, что мы видим? Два Глэка на входе. Охраняет лагерь. Миллер, спасибо. На двоих я не хочу лезть, потому что это уже люди, и они вооруженные. Тихо. Вон еще один стоит. Там идут два типа. Нашел что-нибудь? Как я и говорил, те номады на байке, которых мы видели, у них недалеко отсюда логово. Да ну, серьезно? Вон еще одна башка стоит. Какая-то типа караульная вышка, забор, все дела. Приходи, бери. Кто еще кого уделает? Уделаешь, да. Так, вижу патруль. Эй! Ёб твою мать. Нет, там никого, бля, буду. Ёб твою мать, я понял! Шарахнем по нему!
Это было опрометчиво. У нас потери, потери! Вак! Просто вак в чат. Next. Поехали. Вопросы. Эй, Намат, выходи. Хватит придуриваться, а? Здесь нет никого. Знаем, лучше, чем ничего. Там. Стоп, по кому долбят? Мы все равно тебя найдем. А когда мы тебя найдем, тебе это не понравится. А стоп, вот, стоп, стоп, стоп. А вот если сдашься, решим все мирно. С кем-то заруб, заруб идет. Заруба, заруба, заруба с кем-то. Рубится. Хорош, зомби напали. Какая карма, ёпта. Черт. Здесь кто-то есть. Поймал маслину. Я понял, как стрелять примерно. Баллистику более-менее услышал. Попался. В смысле, блять, попался. Кто еще кому, сынок, попался? Это последний. Изи Сома просто опять сидит всех. Уроды. В очередной раз просто. Не суйтесь к нам на гору Олири. Бухарь, я нашел их лагерь. Просто какие-то уроды хотели прибрать к рукам нашу берлогу. Ну, это одно к одному. Все-таки пора перебираться на север. Сначала руку твою подлечим, а потом уже будем об этом думать. Я пошел за байком. Конец связи. Винтовка. Но она без прицела, да, идет? Хорошо, ладно, окей. Винтовка — это хорошо. Подождите, а почему стрелы? Ага. Короче, я так понял, из лома делается. И из этого. Из вот этой вот. Как она? Побеги кедра. Почему-то именно побеги называются. Я не знаю почему, но логичнее было бы назвать там ветки или еще что-то. Но разрабам виднее, окей. Винтовочные патроны, ребят. Что-то мне так подсказывает, да. Если вот мне вот на эту винтовку дадут прицел, а по идее, ну, можно в этой игре, наверное, найти прицел. Но это будет... Это будет Габелла. Это будет все очень-очень печально для них. Если что, кстати, у меня 3 коктейля Молотова. Просто так, держу в курсе. Так. А ждите-ка. Это я тут видел у мужичка. Плюс одна тряпка. Плюс керосин. Ага. Я предлагаю сейчас не обломаться и вернуться. Ты меня спросишь, для чего? А я тебе, друг мой, отвечу. Потому что, я еще раз говорю, на выживании, если где-то у меня закончатся ресурсы, я думаю, что на этом, в принципе, все закончится. Короче, у меня пистолет, ружье. Короче, у меня вообще все. Блин, глушаки, короче, здесь... Глушаки вообще можно не беречь, прям, ну, клепать их просто, ребят. Клепайте смело, кто будет игру проходить. Так, еще раз, значит, как у нас идет? Снайперка идет на единичку, пистолет на двоечку. Это канитель на троечку. Да ладно! Ежевик, вообще-то это строежка была. Ты, кстати, в грибах разбираешься? Наверное, вы все в лес ходите, все, наверное, шарят. Хотя не факт. Есть же по-любому, кто в лес, типа, вообще не ходил и не шарит за грибы. Просто, ну, я уверен, есть такие. Не, ну понятно, что мухомор, ты знаешь, что. Так, еще раз отсюда прям начинаем шмонать. Все, что я пропустил. А, меня сейчас интересует, очень было бы классно посмотреть, насколько открыт мир. Я боюсь, что он не открыт.
Я вижу ягодки. Глюциогенные только. Но я от вас другого, в принципе, не ожидал. Заметьте. Я прошу заметить. Даже ни капли сомнений не было. Ага, ага, ага. Видишь, район задания. То есть вокруг задания есть какой-то район, который нельзя покидать. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Все, погнали. Блин, ну а реализованная игра очень здорово. Мне нравится. Пока мне все нравится. Если бы она еще и с открытым миром была, ну, это было бы тогда, наверное... Не, ну это было бы слишком круто, типа. Здравствуйте, наткнулся на ваш стрим, и когда увидел такого мужчину, у меня, ну, привстал. Что делать? Ну, здесь есть несколько вариантов развития событий. Во-первых, надо подписаться на канал. Всем, кто не подписан, ты подпишись, родной, потому что стримы каждый день. Вот, на Hardplay тоже подпишись, канал обязательно основной на наш. А что еще? А колокольчик поставь. Ну и в телегу подпишись. В телеге ты, извини меня, оповещение, чтобы не сидеть как дурак, стрим не ждать. YouTube-то не всегда присылает. Hard Insight, оповещение. Там, если что, рекламы нет. Долбаные фрики. Ага. Нормально. Ага. Блин, ну отсюда, ребята, я не попаду. Это слишком сложно. Они постоянно шевелятся. В голову я имею в виду. Быстрее, быстрее. Бежать, бежать. Вы, бля, видели это сейчас? Ты вообще видел, что сейчас было? Надо немного привыкнуть к стрельбе. Это дело времени просто. Переходим к плану Б. Что? План Б оказался провальным. Кот красный, кот красный. Спасибо. Блин, надо с арбалетом, ребят, мне попривыкать. С арбалета пока тяжеловато, мне стрельба дается. Но ничего, привыкнем. Ага, найс, вы покидаете район задания. Ну подожди, 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 подожди. Ну увернулся. Че началось-то? Не, а че? Блин, вот это плохо, то, что игра не дает ходить. Я просто почему хотел поблуждать, знаете почему? Дается опыт. Опыт, опыт, ребят, дается. А опыт это ж хорошо, потому что, ну... Блин, насморк не проходит, надоело. Вот, опыт, опыт, может что-то, ну, за опыт по-любому тут что-то качается. Это, ну, логично же. Он бы просто так не давался бы. Много вас тут нет, ребят. 9.14, нормально все. Бля, выше надо брать. На характере. Один неверный выстрел. И можно очень долго бегать и орать. То, что можно, а ты и будешь бегать и орать. Пистолет МБА, запомните это просто. Пистолет это просто, ну, это типа... Ты просто идешь и попускаешь их. Просто без смс-регистрации.
Просто без вариантов. Кстати, непогода ограничивает зрение и слух ваших противников. Тоже очень круто. Спасибо, дядь. Випино. Надеюсь, правильно прочитал ник. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, арбалет надо чем-то прокачать. Кстати, вижу. Слушайте, ну мы с вами вообще заряжены нормально. 18 патриков еще. У нас вообще все по максимуму. Все по максимуму. Блин, обалденные звуки. А, я предлагаю туда идти, по квесту, да, наверное. А что еще? Проклятый дождь. Если не фрики, так обязательно дождь. Почему с неба все время льет? Почему, почему? Потому что... Не знаю почему. Просто... Где вообще? Где, по идее, где? Уже недалеко. Как можно было додуматься, почему мод... Нельзя было откатить немного в сторону. Что за бред? Нормально. На. Да ну нахер! Братан! Ты, блядь! Ты кто? Ты кто такой, блядь? Ты... Что? Это что за уворота? Я не понял. Ладно, подожди, стоп, вообще, как можно от арбалета увернуться? Зомби мансует, что? Он же зомби! Он должен быть тупым! Игра! А он не тупой! Это реально бог манса, просто это хоть в клип делай. Тупо чел вообще, я не знаю, на таком скилле. Стоп. Там что-то было написано, типа прокачайте скиллы или еще какая-то херня. Одну секунду. По-моему, о. Что это такое? Рукопашный бой. Не-не-не-не-не-не-не-не. Рукопашный бой на таком выживании, ну его нахер. Вот выживание меня интересует. Показ растений на мини-карте. Я не знаю пока для чего растения, блядь. О, дает шанс вывернуть болт, выпущенный из арбалета. Ну, кстати, неплохая тема. Ну так, чисто по-хорошему-то, если, ну так, между нами девочками. Прикинь, недоступно, есть такие вещи, которые недоступны в режиме выживания. Окей, показ растений на мини-карте — это хорошая тема. Я не знаю пока для чего растения. Либо, типа, есть шанс вернуть арбалет. Хорошо, стрелу. Что здесь у нас есть? Возможность наносить огромный урон, проводя связки из ближнего боя и выстрела. Можно вот в эту сторону посмотреть. Повышение точности прицельного и стрелкового оружия в движении. Возможность использовать концентрацию при прицеливании и... Конечно, конечно. Естественно. Тут даже вообще без вариантов. Чтобы перейти в режим концентрации, нажмите центральную кнопку во время прицеливания. Течение времени замедлится, и вы можете сделать более точно... Ну, это вообще, это... Феерично, что я могу сказать. Так, тестим. Не, ну это все, это сейчас попрет просто. Фу, а я что, я... Ага, побегали по воде.
Бля, она реально не убивает стрела. Со второго. Ага. Блять, на характере просто. В воду вообще лучше не забегать. По воде он просто, он перестает идти. Ребят, надо вы не против, я здесь немного, немного покачаюсь, вы я не против? Близко. Просто, ну, типа... Покачаться здесь просто очень было бы неплохо. Вот этот одиночка стоит. Блять, думать буду. Просто стопроцентный вариант. На характере. Голова. А этого в голову я, ребят, сразу убил. Если что. Вот как так? Ты представляешь, если я хоть раз промахнусь, и он заорет? Что будет? Особый глушитель? Сейчас разберемся, что за глушак. Что еще? О, черт! Ой. Ой. Что-то, по-моему, глушитель, да, сломался. Мне теперь интересно, на что этот глушитель? А я не знаю, на что. Он ни на что не одевается. Пока непонятно, ребят, только не подсказывайте. Пока нет такого оружия. На, ёпта! Пошел CSGO! Сука такая. С колена. Твою мать. Это очень потно. Это... Ну, вы просто... Вот просто, если кто будет пробовать на выживание играть, вы поймете, о чем я говорю. Это прям, ну, это прям здравствуйте. А вообще, просто погнали. Давай попробуем с арбаша. Ёб твою мать, ты... Да ну нахер! Блять, да! Ламбэй, ёб твою мать. Нравится утырки? Блять, нечего. Блять, это Габелла поход делал, ребята. Это реально Габелла, это очень обидно. Поехали, не сдаваться! Суки, живым я вам не дамся! Я просто промолчу, я ничего не хочу говорить. Это очень мощно. Это прям вот хардкор. Я правду вам говорю. Вы-то, блядь, откуда? Братан, есть одна проблема. Я боюсь, ты ее не особо поймешь. Мы как бы качаться-то качаемся. А это сейчас, блядь, вообще законно было?
Чик-чик, ёпта! Знакомый звук. А, да! Везде чик-чик, да? Везде, блядь, чик-чик, да? Нормально, поехали. Поехали, ёпта. Погнали, нахер. Чик-чик. Так. Домой. Угомонись. Все, понял, чик-чик. Чик-чик, ребята. Ага. Так, что мы имеем? Нормально, нормально. Срочно нужна ментарская машина, просто срочно. Если сейчас мы ее не найдем, то все закончится, не начавшись. Это просто жесть. Вот так вот. Пострелять, да? Нормально, да, покачался? А, я понял, пацаны. Хорошо. Пойдемте в ту степь. А, они вообще нон-стопом там респятся, да? Стоп, вот здесь лежит тип. Может быть, что-то у него имеется. Ствол, патроны. Нам вообще насрать что? Блин, жопа полная. Ничего, 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 нормально, нормально. Ему просто лицо съели. Ну, просто так, к слову. Хорошо. Угу. Пока все очень печально. Пока все очень печально. Надо найти его. Ну что, дружище, где ты спрятался? Кого ты найти собираешься? Байк ты так призываешь? Сейчас стараемся все скрытые убийства делать. Меня не увидел? А мы качаемся. А мы, вашу мать, качаемся. А мы качаемся. А опыт идет. А опыт идет. Бро, я зачекаю, вы пишите в комментариях, ребят. Просто выживаем. Опа. Мачете. Рейден, ты можешь показать просто свою работу? Смотри, смотри, мы делаем очень просто, ребят. Нужен монтажер очень высокого уровня. То есть есть видосы. Как вы знаете, наш ресурс делится на несколько, ну, на несколько, так скажем, на несколько разных ресурсов, да, еще дробится. Это Hardplay канал, там попроще так, ну, обычный монтажик, да, там подрезать, приблизить, там ничего вообще такого особо нет, это школьник может делать. Есть нарезки со стримов, которые можно просто очень круто делать. И есть контент, который мы снимаем в офлайне. Самый трудоемкий, самый финансово затратный и так далее и тому подобное. Поэтому каждый может себя посмотреть, кто и где и что. Рейден. Я человек открытый, поэтому мне не важно, сколько возраст, сколько лет и так далее. Я вам просто даю задание. На канале Hardplay из любого офлайн-контента, допустим,
с Эльбруса, еще с чего-то, вы можете сделать какую-то нарезку. Нарезку, влог, еще что-то. Так же, как и на канале Hard Games. Поверьте, я увижу сразу, что вы можете и что вы не можете. Поэтому просто заходите и кидайте готовые работы, ссылки, я посмотрю. Можем вообще конкурс сделать. И мне нужен человек на постоянной основе. То есть это не просто ты пришел и через неделю ушел. У нас все люди в проекте работают очень подолгу. У нас есть ребята, которые работают 3 года, 5 лет сервант работает. То есть, ну, делайте выводы. Ладно, все, сорян, я немножко отвлекся. Продолжаем. Я предлагаю пойти все-таки по квесту. Блин, ментовская машина. Вот это просто сейчас спасение. Тихо. Хорошо. Блин, я патроны жалко не умею крафтить. Это а вот здесь. Там? Мы оставили его здесь. Там скорая дальше стоит. О боже. Я глазам своим не верю. 6 патриков, 6 киллов. Красиво. Вот это сейчас красиво. А кто это тут у нас ночевал? Капот вырван. Секунду. Ребят, хочу здесь все посмотреть. Что по зарплате? У нас зарплаты в проекте разные, ребят. Скидывай, давай посмотрим. Давай. Я люблю работу, бро. То есть я не могу до тебя дописаться никак. Здесь прям можешь ссылку прямо сейчас кинуть, я после стрима посмотрю. Либо еще проще. Нет, прям сюда быстрее будет. Это в разы быстрее. Или, я говорю, можно вообще конкурс сделать. Люди сами выберут монтажера. И, ну, там невооруженным глазом просто будет видно уровень. Я знаю, какой люди могут монтаж сделать. Есть такие дарования, которые, ну, знаете, это... Я не могу вам описать, что может делать человек. Юран, спасибо огромное за донат. Можно и в 2D, в 3D. Там бесконечный вообще... Бесконечно этот. Можно развиваться и самосовершенствоваться. Поэтому все в ваших руках. Кариночка, привет. Ушла за мороженым, но у него был фул запас патрон. Пришла 0 патрон. Во-первых, вот ты ушла за мороженым. Ты вот чат спросила. Чат, вы будете мороженым? А, что еще нужно? Нужен директор будет 100%. Но только не директор, которые были. Директор нужен, я сейчас поговорил с людьми, я теперь понимаю, что такое директор. Директор — это человек, который делает абсолютно все, то есть он меня разгружает от всего. То есть от вообще всего, чего только можно. Но это жить в моем городе обязательно. Мне не важно, парень это или девушка, но это должен быть человек крайне ответственный и рубящий во всей этой теме. Так что, я думаю, скоро, ребят, я просто объявление сделаю в Инстаграме. Ну и рассмотрим кандидатуры, собеседование, все дела. Монтажер на удаленке может быть, а директор, конечно, ну 100%... Вот видишь, Кариночка, вот сколько вот людей хотели мороженка. Чат, вы будете мороженые? Конечно, будут. Здрасте всем. Здрасте, ребят, кто только пришел, не забывайте тоже, кстати, подписываться на канал. Почти 10 тысяч лайков, ребят, напоминаю. 10к лосей, это значит, что вам игра понравилась. Это значит, что можно переходить уже к новой серии. Ну что ж, давайте к байку уже добежим. Оп. А байка нет! Байк исчез. Да ладно. Блять! К
Копленд, твою мать! Эй! Ты из лагеря Копленда! Да вы дели мой байк! Эй, стой! Подожди! Черт! Я твой байк не трогал! Клянусь! Стой, дурак! Отдай сало! Не буду я тебя убивать! Не беги ты, придурок! Отдай сало! Копленда! Я ничего не знаю! Эй! Мне просто нужен мой байк! Я ничего не делал! Ну, говорю, Рейден, сейчас огляну. Все-таки, знаешь, я буду убивать. Бухарь, слышишь? Ты забрал байк? Нет. Люди Копленда добрались до него первыми. Я пошел в его лагерь. Конец связи. Бать, тебе нормально, нет, так пробегать мимо зомбаков? Ёб твою мать! Да хорош! Алло, игра! Это, блядь, незаконно! Как он так пробегает, а я нет? Ладно. Ни хрена себе, это что тут за... Это что такое было? А к этим я вернусь еще. Ага, ага, ага. Знаете, я смотрел один раз такую вещь, называется телевизор. Сейчас, одну секундочку отвлекусь. И знаете, по телевизору, что они любят делать? Знаете, что? Они, знаете, как любят говорить? А на этом наша серия заканчивается. И увидите в следующей серии. Ребят, мои хорошие, я пойду отдыхать по одной простой причине. Завтра у нас весь день съемки, и до съемки... Stay Alone, рубрики с заброшками. Вот, поэтому завтра мы весь день трудимся, поэтому сегодня мне надо пораньше немножечко лечь спать, отдыхать. Я думаю, вы с пониманием отнесетесь, потому что, ну, это все-таки заброшечки. В следующий раз обязательно стрим сделаю подольше. Не забывайте доставить лайков. И напишите. Пишите, пожалуйста, ваше мнение по игре, потому что это первая серия, такая обзорная. Если вам зайдет эта игра, можно ее целиком пройти. Вот, если не зайдет, то как бы от винта. Игра на меня произвела очень крутое впечатление, игра хардкорная. Есть небольшие минусы, но о них, я думаю, скажу, что в конце уже стрима. Время 0.34, в конце прохождения, точнее. Время 0.34 и как-то так. Пойдемте отдыхать, да. Завтра у нас весь день съемки. Кстати, завтра уже смогу вам спойлеры кинуть, потому что завтра крайний день съемок. Надеюсь, все будет хорошо. Да, кстати, нужно, ребят, напомнить всем то, что YouTube особо оповещения не присылает. Поэтому я вам всем рекомендую просто... Рейден, сейчас я гляну. Рекомендую просто подписаться на канал. Также подписаться в Telegram-канале. Так что, как-то так. Это был очень крутой стрим, Рейден. Я обязательно сейчас гляну. Давайте я быстренько зачитаю донаты и отвечу на вопросы из чатика. Брада, вот тебе к размышлению про нашего героя. Посмотри на задний карман. Красный платочек в нем. Потом прочти такое хэнки-код. Меня терзает смутное сомнение. Не понял. Но окей, окей. Надо будет посмотреть, что это такое. Алёха, лучше смотрю тебя с 18 года. Бро, спасибо, что ты есть. Спасибо, что вы меня смотрите. Потому что ваша поддержка, ребят, дает мне сил что-то дальше делать и развиваться, двигаться только вперед и назад не отступать. Так что как-то так. Собирай пепел из гнезд, он нужен для создания стрел арбалета. Горящих стрел. Кстати, я пепел из гнезд чего-то не встречал. Если так по-честному вам скажу. Вот, так что как-то так. Игра по атмосфернее резик, как по мне. Ну, здесь вот в комментариях люди, я думаю, поспорят, по атмосфернее она или нет. Так что как-то так. Серега Хвост. А часто слышал в обзорах про эту игру, что типа главные герои латентные гомосексуалисты. Чего? Кого?
Это настоящая мужская дружба. Ну-ка, прекратите мне психику ломать. Эти ваши эти латентные, чи-чи-чи не латентные. Мужская дружба. Настоящая? Да. Наверное. Вот, так что спасибо. Я надеюсь, ты ошибаешься. Лёха, я тут подумал, не хочу даже представить про зомби-апокалипсис в реальной жизни. Я почитаю комментарии, мне будет очень интересно послушать, что там вообще пишут. Привет, смотрю тебя с 500 тысяч, возможно, помнишь. Play Matveton, честно говорю, не помню. Сейчас расстался с девушкой, очень грущу, дай совет. Просто отвлекись, займись любым делом. Спортом, делом, которое ты давно хотел заняться. Может быть... Просто саморазвивайся чем-то. Это книжки, это может быть вообще все, абсолютно все, что угодно. То есть поделай то, что ты давно хотел сделать, но всегда откладывал. Это вот очень хороший, наверное, совет, я так думаю. Привет, Лех, сегодня у меня родилась дочь. Назвали Алиночка, теперь молодой папа. Мне и жене по 22 года. Хочешь сказать только одно: любимая, я очень тебя люблю и нашу доченьку. Жек, я вас поздравляю от всего ресурса. Я думаю, ко мне присоединится абсолютно весь чат. Абсолютно все, кто только есть. Мы поздравляем вас и с пополнением. Это очень классно, это очень здорово. Возраст уже, когда у вас мозг работает. Старайтесь, работайте и берегите то, что у вас есть. Потому что люди, многие об этом мечтают. Я присоединяюсь к поздравлениям в чате и в комментариях. Мы вас поздравляем, конечно же. Истинный подписчик, когда биомутанты, как только, я так понял, вам не зашли они, я просто посмотрел по активу, так что как-то так, но можно будет серийку сделать. Привет, Лёха, хорошего стрима, спасибо за прохождение данной игры, твой подписчик и спонсор, Седо, еще раз огромный респект. Ваган, спасибо, если завтра канадцы проиграют финнам в основное время, то шведам отлетят канадцы, прикинь, парадокс, но это как, знаешь, это все с ног на голову переворачивается, как мир у нас, время такое веселое. Арма. У меня украли инвент на 3000 долларов. Как-то узнали IK. Это очень странный мужик. Это где-то ты что-то светанул, на какой-то скам, на какую-то ссылку перешел. Еще что-то 100% просто так быть не может. Вернуть уже ничего не вернешь, 100%. Хотя нет, можешь написать в поддержку Стима. В русской и в английскоговорящей. Прям долби им поддержку. Может быть, что-то вернется. К сожалению, помочь ничем не могу. Также возвращал аккаунт. Заранее советую импактовое оружие, нескорострельное, ваншотить по головам. Ну, посмотрим, насколько это пригодится совет. Шон, мистер Дак, Алексеюшку информирую вас, что это игра из разряда той, которую вы не допроходили. Спасибо, спасибо. Евгеш, тоже спасибо огромное. Ладно, ребят, всем мальчикам, девочкам огромный респект, огромный привет. Рейден, сейчас посмотрю обязательно монтаж и на следующем стриме тебе сообщу, что и как. Друзья мои, все. Всем доброй ночи, сладких снов. Берегите себя аккуратнее на дороге. Потому что что-то дураков в последнее время много стало попадаться. И всего вам хорошего. Чтоб у вас все хорошо было. Вот. Ну а я с вами прощаюсь. Вот. Все. Давайте на связи. Пока-пока. Завтра мы доснимаем, ребят, Stay Alone. Я надеюсь, вы ждете эту рубрику и наши все старания не пройдут даром. Завтра заброшка в офлайне, а после заброшки в офлайне, после этого получается третья серия, да? Поедем в лес, но уже в другое место, более с интересной историей. И я считаю, немного покриповее, наверное, чем то, что было. Спасибо за прикольный стрим, ты топ. Спасибо. Все, ребятки, ладно, я погнал отдыхать. С вами, как всегда, был я, Леха, мой ник. Вы меня знаете. Давайте, покеда.